Так, здрасте. Вам до метро? До Автова? До Автова, да. А можно вопрос? А вы что, все собрались ехать? Конечно. Да ладно, ладно, пусть на колени сядет, окей? Тут ехать 200 метров, ну реально. Ну, не 200, здесь ехать не 200 метров, ну, 250. Это во-первых. Во-вторых, ваше желание... Братан, мы торопимся, братан, понимаешь? Очень. Метро, все дела, и у нас как бы... Сегодня последние звонки все, да, и у нас праздники, и в общем, пожалуйста. Так, бородач, давай так. Как на коленях, все спокойно. Можно узнать, а как вы, бородач, относитесь к последнему звонку? Вы школу тоже, мне кажется, закончили, судя по бороде. Друзья, да. Да, да. Последний звонок сегодня, да. Смотрите, сейчас у вас у кого-нибудь права есть? Почти. Это важно? Это важно, потому что тот, у кого есть права, знает, что в автомобиле, где посадка 4 человека максимум, 5 человек, ездить нельзя, это штраф, как минимум. И это вообще небезопасно для жизни. Ну, это, конечно, круто. Но, понимаешь, да, нас 5-ро, мы торопимся, всегда так ездили. Во-первых, понимаете, я как минимум раза в 2 вас старше, и я говорю на «вы». Это первый момент. А второй момент... Я понимаю ваше желание, я сам был молодым, я понимаю ваше желание за 120 рублей, или сколько там поездка будет стоить, я еще не смотрел, за 120 рублей доехать всем вместе. Вас 5-ро там, да, там по 23 рубля, по 24 заплатить, я реально это понимаю, но давайте, ну, будем как бы адекватными, я не повезу вас такую кучу целую, ну, просто не повезу, 4 человека максимум. Смотри, вот ты нас понимаешь, да? Так если ты понимаешь, ну давай пойдем в положение. Никак не это самое, не... Тут ехать, тут камер вроде как и нету никаких, если что, и гаишников тут никогда в жизни не было. Уж приехал, так, чего уж делать-то? Мы деньги платим? Платим. Так, может, вот да. У меня кончились аргументы без, скажем, ненормативной лексики. У меня есть только один вариант. Это не в присутствии дам. Вот вам, господин с бородой, объяснить вообще, вот там где-нибудь на улице, да, что вообще как бы... Почему этого нельзя делать и почему все-таки вы называете меня на «ты», а я вас на «вы». Давайте выйдем на секунду. Аркадий, что ж вы делаете такое, господи? Секунду. Сейчас. Теперь полный набор, правда? Это просто пипец. Видите, как вопрос решается? Очень он как-то странно решается. Смотрите, я избежал того, что я не вступил в конфликт, я нормативно не выражался даже при нем одном, и я просто взял и сделал так, как это нужно сделать настоящему таксисту. Решил вопрос без рукоприкладства и матерных слов. Это круто? Круто. Это практически лайфхак. Это очень такой странный лайфхак. Да, и жесткий. А главное, смотрите, что вы сейчас как бы в недоумении, но порывов выбежать из машины ни у кого нет, потому что все хотят доехать до метро. Пара-бара-пам!